Томас Джон Уотсон, основатель и первый президент компании IBM, высказал интересную мысль. Вот я такой мысли также придерживаюсь в написании своих книг. Правильное решение должно оказаться не только изящным, но и простым. То есть, чем она проще, тем она, конечно, будет изящнее, тем она будет понятливее. И самое интересное, космические силы, там, как угодно назовите, они откликаются на конкретность и простоту. Да, да, нет, нет. Вот только на это. Как только какая-то сложная такая мысль идет, в верхних мирах это просто-напросто не понимается. И поэтому толку никакого нет. Поэтому учитесь мыслить ясно и просто. Американский предприниматель Пол Орфала высказал такую интересную мысль. Удовлетворите своих клиентов, и они верят вам в своей жизни. Интересная мысль, не правда ли? Что человеку надо? Чтобы его удовольствие, его прихоти, его хотения были удовлетворены. А раз это удовлетворяется, то, естественно, человек начинает доверять, а это уже успех вашего предприятия.